Всем привет, друзья! Кубок Азии, 1/8 финала, стадия плей-офф. Узбекистан против Таиланда. 30 числа в 14:30 состоится этот матч. На Узбекистан дают 1.56 на победу, на Таиланд дают 5.2 на победу. Что Узбекистан, что Таиланд вышли с группы со вторых мест. Узбекистан сыграл с Австралией со счетом 1-1. Австралия заняла первое место в группе, Узбекистан второе. Таиланд последний матч сыграл с Саудовской Аравией со счетом 0-0. Последняя очная встреча между этими командами была в 2022 году, и тогда Узбекистан обыграл Таиланд со счетом 2-0. Узбекистан сейчас показывает, я вам хочу сказать, это я уже неоднократно говорил, тоже показывает очень довольно-таки хороший футбол. И отличные шансы у Узбекистана есть, чтобы выйти в 1/4. Таиланд, я думаю, это не соперник для Узбекистана. Кстати, в 1/4 победитель этой пары будет встречаться с победителем пары Катар-Палестина. А вот что касается, друзья, мыслишечек, их будет две. Первое, тотал больше 2.5 в матче за коэффициент 2.12. И второе, то, что будет забит гол в обоих таймах за коэффициент 1.89. Свои мысли пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Всего доброго!